about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the queen of England. Конечно, лучшие команды собрались. Приятно против таких выходить, играть. Вот осталось нам, сыграли 3 игры, и очень, конечно, жаль, 4, что не зацепили ни одной победы, но потихоньку как вкатываемся. Вот эти 2 последние игры могли, в принципе, быть в нашу пользу, но пока не можем мы выиграть. Не то, что отрицательно, практики особо как такого нет, считай. В Бориссе 2 большинство времени провел, а там совсем не тот уровень. Ну, стараюсь сыграть на этом уровне более хорошо. Первые 2 игры были такие трудные, потому что, я не знаю, как-то сил вообще не было. А вот уже 3-4 более-менее силы есть, но опять же не можем удержать счет, ведя 2-0. И провальный период второй. Очень так обидно. Опять же, да, все то же самое, 2-0 также вели, потом проиграли. Не было мысли, что повторится, просто почему так сложилось, непонятно. Поддержка все равно есть, какие-то болельщики приехали, болеют за нас. Очень приятно, что хотя бы их столько. Если хотим больше болельщиков, надо проходить дальше. Тогда будет полный стадион. Ну, мандраж убирается хорошей разминкой. Интересно будет поиграть, а еще интереснее выиграть будет у таких игроков, таких команд. Чтобы болели за сборную Казахстана, несмотря ни на что, мы как бы выходим, играем для них. И, конечно, хотелось бы радовать победами, но пока небольшое затишье, будем стараться.